3 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся инсталайв для абитуриентов Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Ответы на вопросы в прямом эфире посмотрели более 300 человек. Преимущество такого формата Дня открытых дверей ощущают в первую очередь иногородние и иностранные студенты. Чтобы узнать все подробности о вузе, им не приходится ехать в другой город. Больше всего абитуриентов интересовал процесс дистанционного приема документов в этом году. Приезжать в Химический институт или в Казанский федеральный университет приемной комиссии в этом году не надо. Оригиналы будут подаваться с момента обучения, то есть когда вот вы уже получите в списке, где вы зачислены, соответственно, в студенты. Студенты Казанского федерального университета и начнете учиться, тогда вы будете приносить оригиналы, соответственно, всех документов, которые вы сейчас будете прикреплять в личном кабинете приемной комиссии Казанского федерального университета. Конечно, родителей и выпускников школ интересовал и спектр доступных специальностей для студентов с дипломом Химического института. Выпускники Химического института работают химиками, лаборантами, технологами, химиками, научными сотрудниками в различных отраслях, в различных учреждениях, организациях, где существуют химические лаборатории. Естественно, ребята, которые закончат направление подготовки педагогического образования по профилю химия, они будут работать учителями химии. Это направление очень востребовано, особенно в Республике Татарстан. Расписание дней открытых дверей регулярно обновляется на сайте КФУ. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.